Ребята и девчата, всем привет. Так, сейчас подстелим, да, что-нибудь такое потемней. А то белой модели совершенно не видно на белом фоне. Вот такой Кадиллак. Короче, быстренько рассказываю, потому что тут, в принципе, нечего показывать. Взял я старую модель, там побитую, и перекрасил. Ну, в принципе, я никогда бы не подумал, что вот Кадиллак можно чем-то обклеить, и он будет неплохо смотреться. Ну, даже я даже думать не пытался, что можно на Кадиллак наклеить какие-то наклейки. Ну, как вот, допустим, ну, на, знаю, на лимузин, да, наклеить какие-то спортивные лейбы там, ну, ерунда, да, получится. Ну, вроде как получилось. Ну, а здесь моделька, сразу покажу, тоже подкрасил, так как на блистере, ну, фары, и, ну, немножко не стал ее портить, немножко вот черные вот эти воздухозаборники. Большие фары я не стал овальные красить, думаю, испорчу. Да, двери были смазаны, почему-то двери, вот эти полоски серебристые, они что-то оказались сверху, ну и я их подкрасил. Ну вот и все вроде, смотрите фотографии, всем пока-пока. Ну, две модели я еще не нашел, красную и джип у меня еще нету. So I